Надо, пошли, надо. Идем. Испортите мне собаку. Возгордится, зараза. Потом будет требовать интервью, чтобы брали. Героиня дня. Это правда, героиня. Расскажи, пожалуйста, как вы решили с этой героиней идти? Васик, а мороженое будешь? Не, спасибо, не надо. Не? Чего? Простудится, не надо. Ничего страшного. Не будет, она только что ела. Спасибо. Ну, понял я, что уходить надо, когда люди начали меняться. То есть продукты начали кончаться, люди стали отстраняться друг от друга. Но я-то вижу, что город только хуже и хуже становится. И все это откладывается на пару лет точно уже. Вот. А пару лет это не прожить никому в таких условиях. И вот я твердое решение пришло само, получается. Поскольку у меня машины нет, денег тоже особо не было. Выход один был нести на себе и пешочком топать в сторону свободной страны. Потому что эта страна уже была не свободная под названием Мариуполь. Двадцать третье число, это перед Пасхой было. В 6 утра вышел, в 8 я прошел 5 километров по городу, 2 часа я шел до выхода из города. Настолько тяжело было идти. Ну, днем просто. На Пасху все люди добрые. И до Пасхи за день я пошел. Это мне помогло, я считаю. Во всяком случае, кормили пасками всю дорогу. И яйцами крашенными. Яиц я поел немало. Трудность была, что Запорожская область, оказывается, она не ровная, а вот такими волнами вся. То есть спуск-подъем, по-ровному не получается. Двое ботинок взял, одни рабочие, покопать, если попросят, чтобы покормили, знаешь. Потом я их выкинул, потому что мне никто ничего не предлагает. Пошел в туфлях в одних. Ну и уже весна началась, тепло, куртку одну снял, выкинул. Я так и одевался с расчетом, что придется расчехляться. И угадал. И в Запорожье я вошел в футболке и в рубашке, и в кепке. Мешканець Маріуполя, який 5 діб пішки йшов до Запоріжжя. За рекомендацією моїх друзів, там його привезли сюди в привал, щоб, ну, людина могла просто там в затишку спокою привести себе до ладу, перепочити, помитись там, ну і так далі. Він дійсно, от, дивишся на людину, от, дійсно виснажена людина. Він розказував, що вони жили весь цей час в підвалі, голодували. Ну, він фізично виснажений, я ж це бачу. Коєчки, він спав наш маріупольський, прийшов з Маріуполя пішком зі своєю собачечкою. Вот на верхней. Ну как это? Все кажут на работе. Привів з собою собачку. Ну, він же на руках її ніс, бо там тваринка. Знаєте, що дуже цікаво? Це сама звичайна там тваринка, дворняшка, хвост бубликом. Да? Але ну, не тому, що вона якась там цінна порода, дорога, там, або ще щось там родословна. Саме звичайна. Але, ну, мабуть, це просто його друг. Ух, красота яка. Вот. А слухи ходили які, що вийти невозможно, тому що щемить. Ну, як щемить? Настільки прискіпливо перевіряють, що все одно щось знайдеться. Ілі у тебе буде неприємність, ілі тебе просто завернуть обратно, але не випустять. Може, це визвано тим, що вони не хочуть, щоб слухи, от як я зараз розказував, щоб це не відбувалося. Вот. Скоріше всього, ця частина теж присутствує. Не прячься ти. Ну, 8 кілограм живого веса. И подходя к посту, обычно новую легенду продумал, и идешь уже ее проговариваешь. А он видит, что я иду, что-то говорю. И он думает, что я сошел с ума. Уже ко мне отношение более, ну, примитивное. Он думает, что я не так опасен,
Ну, идет дурак какой-то. И пошел. А дойдя туда, на выход из города, я понял, что я один остался. Вот я оглянулся, людей нет. Сзади развалины. Я попрощался и пошел. А где появились захватчики, исчезает цивилизация. Ну, они же хотят рублевую зону, да, везде сделать. Ну, а зачем механизм, банкомат ломать? Зачем? Он же и вам пользу принесет, и тем, кого следующие годы будут там находиться. Орки? Да. Нет, обязательно надо побить стекла, поломать, потрощить, а потом рассказывать сладкие сказки. Они не видят смысла в этой войне. Они не понимают, почему это все началось, из-за чего. Ну, захватить, это любой ответит, что да, захватить. Но тогда ты, получается, захватчик, достойный тоже уничтожения. Чего ж ты тогда обижаешься, что тебе ответ дают? И кричишь, что украинцы ответили. Так они еще ответят не раз. К этому шло. Вы что думали, так легко раз, с размаху такую огромную страну дружную завалить? Не. Отдача будет серьезная.